Это «Закон и время», программа о преступлениях и наказании. Здравствуйте. На скамье подсудимых оказалась обвиняемая в мошенничестве жительница Ижевска. Она вводила в заблуждение пожилых людей, спекулировала на информации о выплатах ко Дню Победы и обманным путем сама забирала у пенсионеров деньги. Об этом расскажем сразу после сводки происшествий. Слово Марии Ковалюк, сотруднику пресс-службы МВД по Удмуртии. Здравствуйте! Вашему вниманию оперативная сводка за неделю. Начнем криминальную хронику с сообщения о задержании с применением огнестрельного оружия пьяного водителя. Дело было в полночь 3 октября. Дорога в районе Ижевского аэропорта. Водитель этой иномарки требования автоинспекторов остановиться проигнорировал. Патруль преследовал нарушителя до Сарапула. Еще задолго до въезда в город по колесам автомобиля был открыт прицельный огонь из табельного оружия. Несмотря на повреждения транспортного средства, водитель продолжал движение и пытался скрыться от полицейских. При задержании уже было применено табельное огнестрельное оружие, тогда, когда были созданы условия для его безопасного применения. Выяснилось, что автомобилем управлял молодой человек 90-го года рождения. Он имел явные признаки наркотического опьянения и от прохождения медицинского свидетельствования в установленном порядке он отказался. При применении табельного огнестрельного оружия водитель автомобиля, а также иные лица не пострадали. В Ижевске задержан наркогастролер из Саратова. Сотрудники управления наркоконтроля МВД по Удмуртии изъяли у него свыше 1 килограмма 300 граммов синтетического наркотика. 32-летний ранее судимый саратовец был задержан у дома на улице Сивкова в Ижевске при попытке сбыта наркотического средства. Позднее в арендованной им квартире полицейские обнаружили этот мешок с порошком. Партия весомая, в особо крупном размере. Наркодилер распространял зелье мелкими партиями с помощью тайников-закладок. По фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств возбуждены уголовные дела. Наркосбытчик водворен в изолятор временного содержания. И в завершении приятная информация. В Удмуртии начинается второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2016». По итогам первого этапа конкурса во второй тур прошли 5 участковых уполномоченных, представляющих нашу республику. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию народного участкового, и проголосовать за него. Онлайн-голосование пройдет с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Удмуртию в финале всероссийского конкурса. Уважаемые телезрители, приглашаем вас принять участие в голосовании и поддержать участников конкурса. У меня на этом вся информация. До встречи через неделю. Летом этого года в Ижевске произошла серия однотипных мошенничеств. Во всех эпизодах фигурировала женщина, иногда в паре с другой. Все потерпевшие – пенсионеры преклонного возраста. На примере одного пожилого мужчины расскажем, как совершались мошеннические действия. Вы, говорит, где не живете? Я говорю, да. А что такое? Так вот, вы ветеран? Я говорю, да, ветеран. Вам не давали на День Победы подарки? Я говорю, нынче ничего не подарили. Вот. А я, говорит, это вот разношу. А я говорю, почему так поздно? Уже 9 июня, 8 вот июня, когда, значит, тогда денег не было. Она говорила, что им положена надбавка к пенсии в размере 1000 рублей. Но так как она подходила гражданам в период с мая по июль 2016 года, то некоторым потерпевшим она говорила, что им положена выплата к Дню Победы. Вот. Женщина выглядела довольно солидно, потому что она носила с собой в руках канцелярскую папку, вела блокнот. Также у нее были изъяты бланки расходно-кассовых ордеров, куда она записывала необходимую информацию. Владимир Васильевич запомнил тот день навсегда. Вспоминает. Его лично подкупило вежливое отношение якобы социального работника районного отдела соцзащиты. Вместе поднялись в квартиру пенсионера, где он проживает со своей супругой. На тот момент Полина Александровна еще не ходила после перенесенной операции. Я кривую, косы уже как попало, по-моему, расписывались мы за тыщенку. Все потерпевшие в Ижевске пожилые люди 80-90 лет. Криминальный подвох в том, что старики плохо видят, и мошенники, войдя в доверие, передают им якобы 5000-ую купюру и просят сдачи. Человек говорит, дайте вам 3000, она мне 5000-ую купюру дала. Я его так согнул и в кошелек вот этот положил, и он у меня висел до понедельника. Вот в понедельник
Ну, приехал проведать. Мы разговариваем. А вот я говорю, Вадик, тебе платежки 5 штук, и тебе деньги. Эту купюру-то я не развернула. Я говорю, на эти 5 тысяч тебе хватит. Зайдешь еще в магазин, купишь. А он говорит, так ты что, нет, такие деньги. Я говорю, что, нехорошие? Как, говорит, какие? Так посмотри, прочитай, тут что написано-то. А банприкол, помню, написано. Надо полагать, какое разочарование испытали ветераны, поняв, что их так цинично обманули. Фигурантка наша на этом не успокаивалась. Если она видела, что потерпевшие достают деньги из заначек, так называемых, то есть которые откладывали на черный день, кто-то на учебу внукам, как в последующем мы узнавали, то она и похищала эти деньги. То есть у одного потерпевшего она похитила таким образом 18 тысяч рублей, еще одной 17 тысяч, еще одной потерпевшей 80 тысяч рублей. В Ижевске таким образом пострадала не только пожилая чета Карепановых. Всего было расследовано 6 уголовных дел по идентичным фактам мошенничества. Со слов следователя, обвиняемая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. При этом у 40-летней женщины это не первый криминальный опыт. Ранее она уже была осуждена за совершение преступления имущественного характера. Хотелось бы обратиться к родственникам, чтобы своих бабушек, дедушек, родителей не забывали, навещали как можно чаще. Кроме того, к социальным работникам настоящим, которые ходят к пожилым гражданам одиноким, чтобы они предупреждали о том, что незнакомым людям двери открывать нельзя. Если все-таки просят открыть, представляются работникам каких-либо социальных служб, то обязательно спрашивать удостоверение. Сейчас обвиняемая в ожидании судебного приговора. Другие мошенники тоже не дремлют, так что будьте бдительны. Это был проект «Закон и время». До встречи в следующей программе. Я из отдела соцопеки. Хотела предложить вам новейший лечебный аппарат, и всего-то стоит 10 тысяч. Мошенники под видом социальных работников входят в доверие к пожилым людям и обманным путем забирают у них деньги. Осторожно, не дайте себя обмануть.